полтора сантиметра. Управляющая компания наша установила нам наблюдательные контрольные маячки. Но только никто не знает, когда устанавливали именно дорогу. И трещины уже пошли по этим маячкам. Уже маячок, но не более месяца этому маячку. И уже есть реакция. Да, реакция есть, и нам это нас беспокоит. Потому что комнаты все детские, они вот они сюда. Именно вот на эти трещины, на эти отхождения плит. И дети просто, не дай бог, произойдет. Наверное, матери встанут и разорвут этих потом чиновников. А если метрапочек, обрушение, куда это все полетит? У нас они загородили, сейчас только проезжая часть, дети идут в садик. И идут именно мимо этих плит, которые, не дай бог, упадут. Плита на детей, там будет просто ужас. Да, конечно, можно подойти. Строительная техника, кран, куда они собираются? Вот сюда подгонять. А если что-то случится, какая-то ситуация чрезвычайная, ну куда уходить? На наш дом или в ту сторону детского сада, или куда? Конечно.